убегает от нас. Пап, прыгай. Сейчас, о, шлем возьмем. Да, шлем. Так, что у нас тут бревна катятся на нас. Прыгай! Так. Прыгай! Прыгай! Угу, взяли, собрали все золото. Так, папа, ты так, вы так, жиндеру. Туннель? Угу. Пап, скачи! Сейчас. Прыгай! Отлично, сейчас. Ого, как иголка. Да. Скажи, прыгай. Ого, еле успел. О, сейф. Отлично, сейф надо было. О, прыгай. Пап, здесь бы сейчас того. Да. Прыгай. Сейчас, у нас прыгнуть пока. Надо брать пониже. Там были деньги, я там побиваю легко, я там так быстро бегу. Самолетик? Не, не бери его. Самолетик, я все деньги побиваю. Ну, так их по-любому надо брать, если денег немного. Он всегда быстро кончается. Ну да, а как без него? Угу, вот он же стоят. Я его быстро догоняю. О, папа, где тюнель? Мне вообще не страшно. Пап, угу. А где у него будет один тюнель? В небе были предметы. Как магниты, как снег. Угу. Мне на самолеты. Когда у меня был один дом, был. Mm-hmm. А сейчас нету. Помнишь? Да. И я помню. Я уже первый такой игрушку скачал. Так, когда у тебя уже будет где-то собака, у меня уже будет дом готовый. Дом готовый. На снегу. Да. Здесь есть один дом. А. Что, побежали? Ловить нашего преступничка. Так. Так, сюда наверх. Папа, прыгай. Прыгай. Пойди. Да, я прыгну. Чуть не врезался. Да, ты видел? Прыгай. Поворот. 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 Блин! О, магнит, это магнит! Еще скорость небольшая. Могли бы что-нибудь двигать. Посмотрим, сбегаем вверх тогда. Блин, это скорость большая. Да? Это большая скорость. У тебя еще нет большой скорости. Ну, уже видишь, уже большая скорость. Уже бежим быстро. Папа, не надо высоко прыгать, и тогда все будет нормально. Да. Он прыгает высоко. Он там не может так прыгать высоко. Да? Да. Это ты его направляешь высоко. Когда высоко не могут прыгать. Они не могут высоко прыгать. Ты видел, что вот очень высоко прыгает. До самолета. Он много высоко прыгает. Ты его так направляешь. Да? Да. А я его так не хочу направлять. Я не вижу самолета. Я думаю, что я увидела.
не сложно. Это у Бена сложно. Было много машин. Да? А ты думал, что мало. Ты прыгнули сюда. Это было все жить. Да? Там внизу была перекладина. Там была палка. Да? Вот это не так. О, здесь все сложно. Да. А мне здесь не сложно. Нельзя вообще путать. Что это покажу? Поди... Да, что, побежали? Анжела любит меня. Да? Анжела пойдет... Нет, кот уже боится. Это Джиндзил. Он тот. Да? Угу. Ну, то и Джиндзил. Только такого... Только у меня стало уже будет все герои. Да? Угу. Мне надо... У меня есть... У меня уже скоро будет собака. Мне надо еще, мне еще один дом надо, но кроме дома все построено. Который самый последний. Где, мне надо долго денег, чтобы, когда я долго денег заработаю, я поищу уже, я уже получу Бена. А у тебя еще нет? Нет, еще долго надо. А мне надо еще чуть-чуть. Мне надо очень долго бегать. Долго передолго. Папа, чего ты на дороге только? Ко мне потираешься. А чего? На дороге. Ну, в других местах. В лесу там на такой большой скорости, там обычно очень часто врезаешься. На трассе еще можно там нормально. В Анжелу еще нормально. Но в лесу там опасно. Врезаешься постоянно. А у Бена на автослаге? Ну, Бена тоже нормально. А ты говорил сложно. Ну, самое сложное в лесу, мне кажется. Нет, у Бена самое сложное. Да? Да. Было столько много машин. А, ну да, там очень много машин. И камни еще там, машины. Да? У меня еще нет камней. Да? Угу. У меня еще такого нет, что потом будет иметь. А у Бена была пустыня. У меня еще такого нет. У меня только и дизайн был. Нет, у меня дом посильный. Я слышу. У меня уже есть Бен, на все герои уже есть. А у тебя еще нет? Нет, еще. Я не запомнил. Дорогие друзья, подписывайтесь к нам на канал, смотрите наши следующие видео. До скорых встреч. Вы были на канале Мультик Детям.